но я была и в аду. И там есть музыка. Молодежь наша, юноши и девушки, когда я сегодня иду по улицам, и я слышу хард-рок, и все производные рока, мне хочется плакать, мне хочется стучать к вам. Зачем вы славите дьявола? Это его музыка. Это она звучит в аду. Это под эту музыку истязают грешника. Это же, друзья мои, отрекитесь от музыки. Через эту музыку враг умрет.